Ну чего ты, Мариш, к клубному готовишься, что ли? К тебе через зеркало снимаю. К клубному готовлюсь. Марафет наводит, фуфырится что-то. Рома, наряжайся. Ром, наряжаешься, в чем ты пойдешь? Господи, ты опять свой протеин ешь, Ром? Когда же это ведро закончится, пятилитровое? Какую ты рубашку оденешь? Это или вот это, Ром, такой скудненький шкаф. Так, друзья, вы меня часто в интернете спрашиваете, как накачаться. Показываю один, в первый и в последний раз. Берете, собственно, протеин, сыпите на руку и начинаете медленными движениями руки втираете в руку, короче, и втираете на протяжении 10 минут. Также в другую руку и в другие группы мышц. Втираете протеин и все, и ждете, и сразу все вырастет у вас, ребятки, обещаю. Ты же еще обычно водой разбавляешь, нет? Так, Мариша, я не понял, ты что? Опять ты, Рома. Это ты что, опять красишься, что ли? Я не понял. А, все, приходит же у нас. Сегодня Шпинчук приходит к нашему дружбану с тобой. Кучер приходит. Кучер приходит. Так что, мама, подхожу, значит, я такой весь крутой в ванну. И смотри, что у меня на спине. Думаю, что это за шляпа такая? А вспоминаю, что буквально час назад Марина мне всю спину искусала. Не искусала, Рома, это тебя мухи покусали. Вот так, собственно, мы из комнаты выходим на балкон. И вот тут у нас такая красота. Это про меня? Нет, Мариш, про бассейн. О, смотрите, просто бомба. Ну что, друзья, пока кастинг-шоу «Приход» в самом разгаре, мы с Маришей на кайфах. Че, Маринь, как на кайфах тебе? Кайфово? Кайфово. А? На кайфах кайфово. Короче, ребята, Мариша попросила меня снять видео и задать ей вопрос. Марин, я знаю, что ты скажешь? Подожди, нет, я знаю, что думаю. Интересно, наши подписчики бы приехали к нам на Сейшелы просто поглазеть на нас, как часто. Ромаш, ты меня любишь? Ромаш. Ты сказала, другой вопрос будет. Ромаш, ты меня любишь? Отвечай, срочно, пока время не закончилось. Любишь, Мариш. Поцелуешь? Ромаш, ты на кайфах, чё ржёшь? Я на кайфах. А чё я не поняла, ты за соседями наблюдаешь? Вот нафига ты туда смотришь? Зачем мы ты смотришь на новую виллу? Не можем, нам лень. Ну и правильно, смотрим. Так у нас тут свое есть.